Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Сегодня я делаю джем. Джем из клубники. Сейчас я почищу ягоду. Ягода-то вся прям практически чистая. Почищу ягоды вот от этих вот листочков. И мы с вами продолжим. Ягоду мы почистили, помыли хорошенько. Теперь мы ее взобьем блендером. Взбили мы ее пока без сахара, просто вот в такую вот кашицу. И поставим варить. Ставим на плиту и не на сильном огне, ну, доводим до кипения. То есть немножечко надо поварить, чтобы ягода стала совсем мягкой. Вот наша ягода варится. Она начала вот так вот немножечко пениться, но не пенку, ничего мы не снимаем. Просто как только она закипела, покипела прям буквально 2-3 минутки, и мы выключаем. Эту процедуру, которую я сейчас буду делать в принципе не обязательно. Но так как я делаю варенье мало и делаем мы его для себя, то мне хочется заморочиться. Вот эту вот ягоду, которую мы сварили, протрем через сито. То есть я хочу, чтобы мое варенье или джем был совсем без косточек, то есть был полностью однородный. Но это недолго, поэтому мне хочется сделать вкусное варенье на зиму. Ну а если вам не хочется так заморачиваться, можете просто положить сахар, сварить, и будет тоже вкусный джем, только с косточками. Ягоду мы протерли, получилась вот такая вот однородная масса. Там нет ни одной косточки. Теперь выливаем в емкость, в которой мы будем ее варить. И добавляем сахар. Здесь было у меня килограмм ягод, ну может быть чуть больше килограмма. Я высыпаю себе сюда килограмм сахара. Я делаю обычно килограмм на килограмм или чуть-чуть меньше сахара кладу. Сразу весь не буду высыпать. Вот так вот сейчас чуть больше половинки высыплю, перемешаю, а дальше еще потом вот добавлю. Так, и сейчас еще добавим. И поставим на плиту, на тихий небольшой огонь. Варим наш джем на медленном огне, постоянно его помешивая. Периодически будет появляться пенка. Когда пенка будет сильно много, ее можно будет немножечко убирать по необходимости. Мой джем поварился ровно 20 минут. Меня вот такая вот густота вполне устраивает. Если вы хотите более густой, варите дольше. Если хотите просто, как сироп, то можно варить вообще минут 5, чисто только прокипятить и все. И получится у вас клубничный сироп. Но я вот до такой вот консистенции его варю. Потому что после остывания он будет намного гуще. Разливаю наш джем в чистой баночке. И закатываем. Итак, из килограмма ягод у нас получилось 2 пол-литровые баночки джема. И еще вот чуть-чуть нам сейчас попить чаю. Вот такой джем мы приготовили. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока!